и имея в виду ситуацию на рынке труда. Ну, вот, поддерживаем, прекрасно! Поддерживаем! Россия вперед! Россия вперед! Я сейчас не буду заставлять вас по этому поводу что-то говорить. Владимир Александрович Колокольцев прекрасно поддержал два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2018-2024 года. Ура! Победа на века. Министр Умитлицкий. За два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2018-2024 года. Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на два президентских срока. 2018-2024 года. Ура! Победа на века. Победа на века. Все высшие награды, Путина, Медведеву, Колокольцеву Владимиру Александровичу, Бортнику Александру Владимировичу, Бортнику, Шойгу. Героям России, Шойгу, ура, победа на века. На века, золоту. Золоту. Те процессы, которые происходят на рынке труда и в экономике. Здесь у нас на связи и губернатор Ростовской области Ростова-на-Дону, из города Ростова-на-Дону. Поэтому я вас тоже прошу просто с этими людьми поработать и сделать все для того, чтобы обеспечить их интересы. Прекрасно! Поддерживаем! Поздравляем! Поздравляем! В непростой находится жизненная ситуация, и они нам не чужие. Поддерживаем! Поддерживаем! Россия вперед! Россия вперед! Наша Россия! Наш президент! Наша сила, право и честь! Солдат России! Слава и отвага! Страну родную защитит всегда! И верность долгу воинской присяге! Штандарту президента армии полкам Красной площади. На прямой линии Владимира Путина. На марше, на параде, на воинских учениях и в бою. И на груди геройские награды. Солдат России, он всегда в строю. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2018-2024-30 года. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Успех, триумф, победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Многоуважаемый господин президент России Верховный командующий вооруженным силам России Владимир Путин, министр Умитлицкий очень просим Владимира Путина избираться на два президентских срока 2017-2024-30 года. 2024-30 года. И на пост председателя правительства и партии «Единой России» Медведева Дмитрия Анатольевича. Самый лучший в мире тандем. Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. Прямая линия Владимировича Путина лучшая в мире. Самый лучший в мире тандем. Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. «Единая Россия», «Народный фронт», «Победа на века». Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Министр Умитлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Юлиана Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафим Убедин, Виктория Владимировна, Владимир. Мы все просим Владимира Путина избираться на два президентских срока 2017-2024-30 года. Прямая линия Владимира Путина самая лучшая в мире. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный. Российской Федерации наших граждан. Здравствуйте. Вы позвонили в редакцию программы «Прямая линия» с Владимиром Путиным. У вас есть возможность задать вопрос президенту. Звонок бесплатный. Назовите свою фамилию, имя, отчество, город, из которого вы звоните. Задайте свой вопрос после звукового сигнала. У вас есть 1 минута. Многоуважаемый Владимир президент России Владимир Путин, министр Умитлицкий очень просит Владимира Путина избираться на два президентских срока 2017-2024-30 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Самый лучший в мире ТД Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. Партия «Единая Россия», «Народный фронт», согласно, да. Прямая линия Владимира Путина лучшая в мире. Самые лучшие в мире. Празднично, торжественно проходит. Владимир Путин, президент, любимый всенародный. Все делает для счастливой, самой лучшей в мире жизни россиян. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Наш президент, вас наша сила, право и честь. Министр Умитлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Раймонда, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Евгений Владимирович.
Серафим Дмитриевич, Виктория Владимировна, Майюр стал на тему Рио Владимир. Мы со всеми участниками прямой линии, со всеми россиянами очень просим Владимира Путина избираться на два президентских срока 2017-2024-2030 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, все высшие награды, ордена, медали, Нобелевские премии мира, слава честь России, Путина Медведева, героем России, Скворцовой, Голодец, Голиковой, Бортниковой, Колокольцеву, Шойгу, Герасиму, Антону Карашенкову, прямая линия Владимировича Путина и операция, военная операция российской армии Сирии, самые лучшие в мире. Ура, победа на века. Победа на века. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Вывода этих подразделений, но обращаю ваше внимание на то, что я не назвал эти пункты базирования им по-другому, не назвал их базами. Мы там не строим долгосрочных сооружений, и при необходимости достаточно быстро, без всяких материальных потерь, можем вывести всех наших военнослужащих. Прекрасно, поддерживаем. Решают важные задачи, в том числе для обеспечения безопасности России в этом регионе, для обеспечения наших интересов в экономической сфере. Прекрасно, поддерживаем. Наша Россия. Наш президент, ваша сила, правая честь. Россия великая страна, самый достойный президент Владимир Путин. Великая страна, самый достойный, любимый президент Владимир Путин. Единая Россия, народный фронт. Путин, Медведев, Единая Россия, народный фронт. Навеки навсегда. Наша Россия, наш президент. Вас, наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Победа на века. Это не полигон. Сирия – это не полигон для испытания российского оружия. Но все-таки мы его там применяем, это новое оружие. Это привело к совершенствованию современных ударных, в том числе ракетных систем. Одно дело иметь их формально, а другое дело смотреть, как они работают в действительности, в боевых обстоятельствах. Ведь я уже говорил, хочу повторить, когда мы начали использовать это современное, в том числе ракетное оружие, в Сирийскую республику выехали целые бригады из наших предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые на месте доводили это вооружение. Чрезвычайно важно для нас, чтобы понять, на что мы можем рассчитывать, применяя в боевых условиях. Первое. Второе. Мы, наши военачальники, а мы провели через Сирию и через участие в этих боевых действиях значительное количество офицеров и генералов, они начали понимать, что такое современный вооруженный конфликт, насколько важна связь, разведка, взаимодействие между разнородными частями и соединениями, как важно обеспечить эффективную работу космической группировки, авиации, наземных сил, в том числе сил спецопераций. Прекрасно, поддерживаем! Россия вперед! Россия вперед! Очень серьезный шаг к совершенствованию наших вооруженных сил. Прекрасно, поздравляем! В продолжении темы новейшего нашего вооружения вы, выступая с посланием Федеральному собранию, рассказали как раз о таких суперразработках. И надо сказать, что на Западе сразу появилась серия статей, что испытания еще идут и далеко не всегда успешно, как пытается представить Россия. Все-таки это оружие есть уже в наших войсках? Вот смотрите, я и в послании Федеральному собранию говорил, еще я хочу повторить, еще в 2004 году я говорил о том, что мы начали разработку таких новых систем в качестве нашего ответного шага на односторонний выход Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне. И я тогда сказал о системе, которую сейчас мы назвали «Авангард». Прекрасно! Прекрасно! Поддерживаю! Ракетная система «Авангард» самая лучшая в мире! Настильной траектории. Благодаря Владимировичу Путину, Шойгу, Сергей Анатольевич Гердич. Абсолютное оружие, если говорить о сегодняшнем дне, свыше 20 махов, 20 скоростей звука. Я не думаю, что такое оружие в ближайшие годы появится у какой-то другой страны. Хотя, конечно, когда-нибудь появится. И, как я уже говорил, нас это не беспокоит, потому что у нас оно уже есть. Прекрасно. Для того, что есть, российское оружие лучшее в мире. Российское оружие лучшее в мире. Армия России лучшая в мире. Система армия России лучшая в мире. Воздушного базирования «Кинжал» — это гиперзвуковая ракета. Система «Кинжал» российская лучшая в мире. Система «Кинжал» лучшая в мире. Лучшее в мире. Вооружение на нашей армии в Южном федеральном округе. Я же уже раз сказал. Поздравляем! Поздравляем! Усомнился в этом, тут пускай посмотрит. Мы специально продемонстрировали
пуски этой ракеты. Прекрасно! Первое. Второе. Лазерный боевой комплекс. Он тоже стоит уже на вооружении. Далее. Поздравляем! Я уже поздравляем. Хочу повторить. Вот эта система «Авангард», она находится уже в промышленном производстве, в серию пошла, и в 2019 году мы планируем ее поставить вооруженные силы. Прекрасно! В 2020 году мы планируем поставить вооруженные силы наш самый мощный ракетный комплекс стратегического назначения. Это баллистическая новая ракета, сверхмощная «Сармат». Прекрасно! «Сармат» лучшая в мире! «Сармат» лучшая в мире! Два изделия с ядерным двигателем, с ядерной двигательной установкой, с малой двигательной установкой. Это ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат. Прекрасно. И в том, и в другом случае мы завершили главный этап разработки, а именно все, что связано с испытаниями вот этой ядерной двигательной установки. Прекрасно. Поздравляем. Поздравляем. Некоторые вещи сделать в плановом режиме. Российское вооружение лучше в мире. Российская армия вооружения лучше в мире. Путину, Владимиру Владимировичу. Благодаря Владимиру Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Путину, Светлане Владимировне, Леди Семене, героям России. Героям России. Ну, а те, кто сомневается в этом, ну, они сомневаются в 2004 году в отношении «Авангарда». Я уже сказал, в серию пошел. Но и это еще не все, что мы планируем изготовить и поставить на вооружение. Ну, как я и говорил в послании, пока об этом рано говорить. Но мы скоро об этом скажем. Ура! Победа на века! Победа на века! Российское вооружение, армия России лучше в мире. Владимир Путин лучше в мире. Президент. Я любимый всенародный. Владимир Путин. Два предсрока Путина Владимира Владимировича, свет струящий и лик Христа живой, Христос воскресе счастье, пути до всей землей, священные напевы, зажгли в сердцах зарю, за победу двух предсрока сроков Путина Владимира Владимировича, 2017-2024 года, тандем Путин Медведев, Единая Россия, Народный фронт, герои все в строю, чеканят по брусчатке, победоносный шаг, и в небе развивается российской славы флаг. Парад на Красной площади, на прямой линии, божественный восвет. Два предсрока Путина Владимира Владимировича, 2017-2024 года, объединили Медведева, объединили всех единую России, священный долг и честь, всеобщая победа и мировой успех. Герой славной армии, отечество сыны, гордиться вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, вас высший смысл жизни навеки нам дана. Великая держава. Любимая страна, ты наша гордость, слава, для всех нас одна. Эскадрильи, стрижей, витязей взлетели над Москвой. Герои на Красной площади, на прямой линии Владимира Путина. Все мы честь отдаем. Двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича, 2017-2030 года, стране родной. Российский флаг державы. Парит над планетой всей. Российские комплексы, булава, тополи, искандеры. Надежную охрану российских рубежей. Служение Родине. Всех Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич, вдохновляют на подвиг. Разговаривать с Россией. С позиции силы. Ультиматум санкций не получится. Россию всем надо любить, уважать. На два предсрока Путина 2017-2030 года. Тандем Путин Медведев, Единая Россия, Народный фронт. Мне Стамедлицкий призываем на всех фронтах, на выборах, форуму саммита голосовать. Нужно единогласно голосовать. Да, все задуманное, запланированное Путиным Медведевым, Единая Россия, Народный фронт реализуется и сбудется. России Господь Иисус Христос, Господь Иисус Христос и Божья Мать, два предельских срока Путина Владимира Владимировича, 2017-2030 года, ТД Путин Медведев, Единая Россия, Народный фронт, армия ФСБ, МВД, на всех фронтах выборов форумов, побеждали, побеждают и будут побеждать. Всегда побеждали, будут побеждать. Наша Россия, наш президент. Наша Россия, наш президент, правая честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Поздравляем, много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Там, где уже действуют заводы, они далеки от современных экологических стандартов. Со всей страны к нам поступали очень страшные обращения с городов, где уже работают мусоросжигательные заводы. Это и Московский регион, и Урал, и Дальний Восток. Вот, к примеру, целая стопка обращений от жителей деревни Новые Девяткино.
Ленинградской области, где работает завод по типу печки буржуйки, и людям просто-напросто нечем дышать. Люди против сжигания мусора, но также они выступают за переработку. В разных городах люди объединяются в организации экологические, они занимаются раздельным сбором мусора. Например, прямая линия Владимира Владимировича Путина, самая лучшая в мире. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый все народы, всегда с народом. Владимир Владимирович Путин прекрасно отвечает на все самые главные и важные вопросы нашего времени. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, победа на века! Мы, нынешнее поколение, мне вот самой 30 лет, мы готовы брать на себя ответственность за свое будущее. Я как эколог хочу, чтобы в этом будущем были чистые города, чистые воды. Многожаемый Владимир Путин, мы не экстрометристские, очень просим Владимира Путина избираться на два президентских срока 2018-2024-2030 года. И на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, самый лучший в мире тендем, Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, прямая линия Владимир Путина, самый лучший в мире. У вас есть возможность задать вопрос президенту. Звонок бесплатный. Назовите свою фамилию, имя, отчество, город, из которого вы звоните. Задайте свой вопрос после звукового сигнала. У вас есть одна минута. Ну, министр Метлицкий очень просил Владимира Путина избираться на два президентских срока 2018-2024-2030 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Самый лучший в мире тендем Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия», Народный фронт, единогласно «Да». Мы не Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Рэмонда, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Юлиана Максимовна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Евгения Владимировна, Виктория Владимировна, Мария Сеть. Мы все со всеми россиянами очень просим Владимира Путина избираться на два президентских срока 2018-2024-2030 года после председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, награды, ордена, медали, Нобелевские премии мира, слава и честь России, прямой линии Владимира Владимировича Путина, Владимира Владимировича Путина, Владимира Владимировича Путина, криминализовано. Что мы планируем и что мы должны сделать в ближайшее время? Ну, во-первых, что касается этих заводов по утилизации, которые беспокоят людей, по сжиганию. То есть утилизация может быть разным способом осуществлена. Это не только сжигание, но и переработка без всякого сжигания. У нас 100 с лишним, по-моему, 117 предприятий сейчас по утилизации этих отходов по сжиганию. Но только несколько десятков, где-то 38 примерно, работают более или менее по современным технологиям. Мы должны кардинально изменить эту ситуацию. До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов. Прекрасно, поздравляем! Поздравляем! Поддерживаем! Рассчитано на строительство 238 заводов. При этом речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов. А речь идет о предприятиях самых современных, с новейшими технологиями. Ну вот, насколько мне известно, уже в средствах массовой информации показывали, как работают эти... Прекрасно. Поддерживаем. Прекрасно, поддерживаем. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. В центре крупных мегаполисов и городов. И работают... Работают ведь успешно, никаких нареканий со стороны граждан, которые проживают рядом с этими предприятиями, не имеется. Вот нам нужно идти по этому пути, разумеется, нужно делать это в тесном контакте и с волонтерами, с такими организациями, как ваши, с тем же Общероссийским народным фронтом, который много... Прекрасно, поддерживаем! Высветить эту проблему, и нужно дальше контролировать, что будет происходить в этой сфере и как это будет развиваться. Ну и, конечно, с государством и с региональными органами власти. От региональных органов власти, от губернаторов очень многое будет зависеть в эффективности
решение этой проблемы. Правильно, поддерживаем. Россия вперед. Наша Россия, наш президент. Наша Россия, наш президент. Персональная ответственность за решение этих вопросов. У нас на уровне правительства Российской Федерации и Министерство Минприроды должно за это отвечать. И есть вновь назначенный весьма опытный человек, это Гордеев Алексей Васильевич, вице-премьер, который должен скоординировать будет работу различных... Наша Россия, ваша сила, право и честь. Вот Алексей Васильевич у нас на связи. Дадим ему слово. Пожалуйста, Алексей Васильевич. Александр Васильевич Гордеев прекрасно поддержал Путина Владимира Владимировича 2018-30 годах. Выше награды Путина Медведева, Гордееву, Шойгу, Гордееву, Колокольцеву, Голиковой, Скворцовой, молодец. Героям России, ура, победа на века, прямая линия Владимировича Путина, самая лучшая в мире. Прямая линия Владимировича Путина, самая лучшая в мире. Наша Россия, наш президент, ваша сила, право и честь. Право и честь. Накопилось исторически. Что уже правительство в настоящее время делает? Мы готовимся, что с 1 января 2019 года, буквально через полгода, вступает в соответствие с федеральным...